Всем здравствуйте, друзья! Вы на канале Perfect Gamer Play. С вами Олег. Я рад вас приветствовать на очередном прохождении этой замечательной игры под названием Dark Souls. Друзья, ну что ж, будет хардкорно, но перед тем, как начать просмотр, дорогой друг, хотел бы тебя кое о чем попросить. Это поставить лайк, подписаться на канал. Ну а мы начнем. Приятного просмотра. Вот и тот самый Анор Лондо, друзья. Ты просто посмотри, какая красота, какое все величественное. Просто обалдеть. Там мы с тобой поднимались по тем карнизам. Слушай, ну вообще круто. Ладно, давай уже будем исследовать, подниматься вверх. Оба-на, смотри, а тут у нас серебряный рыцарь. Слушай, и костер рядом, мне кажется, их тут можно пофармить, вообще расплюнуть. Так, первый пошел, смотри-ка. Опачки, нифига себе. Ну ты ошалел, блин, вообще, смотри. Так, а можно вот это меню закрыть? А ну-ка. Все. Успокоили пацанов, блин. Нифига себе, набросились, как они. Ну, явно они нам не рады. Не рады нас видеть. Так, еще туда проход есть, смотри. Статуи, смотри, везде, рыцарей. Так, нету тут никого, ни мобов, еще что-то. Так, а тут, смотри-ка, какая-то запись у нас есть от игрока. Время пришло, прыжок, да? Ну да, ну да. Слушай, какая красота. Лотрик там. Вообще круть. Просто наслаждение для глаз, друзья. Слушай, а тут это кузнец, да, по-моему, из первых частей великан, если я не ошибаюсь. Уголь гиганта, да, друзья. Это кузнец. Передадим мы нашему Андре. И посмотрим, что он сможет нам ковать, затачивать, укреплять. Так, тут у нас, наверное, закрыто будет. Ну уж, гадалки не ходи. Подожди, слышу шаги. Охренеть, там еще один рыцарь. Давай, выходи. Ух ты, а у этого глаза красные, смотри. Охренеть, блин. Ну-ка, давай-ка, подожди-ка, подопьем. Офигеть, жесткие-жесткие они. Осколок титанита. Нормально. У нас от того же титанита, наверное, все пушки можем прокачать. Душа удрученного рыцаря. Неплохо, 10 тысяч вроде бы как душ. Слушай, а куда дальше-то идти? Тут что у нас? Тупик, ничего нету. Так, тут вообще, смотри-ка, дверь не юзабельная. А что, мы что-то пропустили, я не понял. Так, ну, тут калитка закрыта, да, эти ворота. Ну, все, только вот здесь у нас путь. А, ну вот лестница. Я почему-то подумал, что она засыпана, друзья. Ох, блин, тяжко нам, мне кажется, здесь придется. Смотри, как узко тут все. Узкие коридоры. Наш топор, видишь, будет везде станлочиться, блочиться. Так, ого, а там эти дьяконы из глубин поджидают уже. Так я даже не знаю, с какой стороны нам с тобой обойти это все дело. Так, а тут я помню, в первых частях этот был проход. Слушай, давай заберем вот эту приколюху и поднимемся обратно. Вот тут мы можем с тобой, я так думаю, открыть дверь. Так, давай-ка.
обратно наверх и завалим этих дьяконов, потому что они нам не дадут с тобой нормально полутаться, походить. Вот. Хотя даже как мы сейчас к ним здесь прокрадемся, я даже не понимаю. Ховочки, блин. Офигеть, ну-ка выбей Эстуса. Ну ты просто посмотри. Блин, очень-очень неудобно. Так, тут у нас приколюха. Свидетельство верности. Так. Все, отстрелялись, да, они? Не смей мне тут. Блин, а? Еще топор станлочится. Че, вроде бы душу, да, вернули? Ой, Эстус. Юбка дьякона. Так, тут эти, да? Оба. Валим тех. Охренеть. Ну, вообще отлично, еще эта дрянь упала сверху. Так, давай, если по возможности ХП у нас, да, вроде бы останутся. Просто твари. Я не знаю, может, широкий размах использовать. Слушай, а тут басески, смотри. Давай я, наверное, в одну руку возьму для широкого. А чё он не бьёт-то широким? Попу эту сразу. Они огня боятся, тварюги эти. Вроде бы их огнем лишь так бить. Жесть, как они отлетают-то плохо еще. Ну, может, ты не будешь промахиваться? Твари, блин. Юбка дьякона еще одна. Так, давай-ка в две руки возьмем. Не хочется тварюк этих бить. Вот правду тебе говорю. Тратить на них время. Ну а что, куда деваться придется. Ты посмотри, а. Давай-ка еще разок тебе. Еще он бежит, тварина. Во сколько здесь? Просто сколько вас здесь, тварюк? Не, короче, ну его нафиг. Не хочу я время тратить. Оба-на. Обачки, кто это? Опа, кто там? Там паук и был мимик. Охренеть. Блин, а, ну ты чё, наш герой еще мажет просто. Охренеть, там еще эти твари, а. Оба, чё он там распыляет? Подожди, а мы можем открыть ворота? Возьми, пожалуйста, в две руки топор. Проклятие. Вот твари. Сейчас мы вернемся, друзья. Друзья, мы на месте. Так, все, двуручный хват. И давай гол на этого выродка. На этого хрена. Блин, где он там? А где он зарезается-то, я не понял. Так, давай-ка души подберем. Вот она, эта тварь, да? Так тебе, тварь. Можешь, пожалуйста, его ударить? Давай бэкстап.
И так тоже норм. Рубинол, дрига. Сейчас мы с тобой -ка заценим, что это. Ну-ка еще разок. Все отлично. Вниз с него еще и титанит выпал. Так, и был тут мимик, да? Смотри-ка, давай-ка откроем сразу эту воротину. Блин, в прошлый раз, если бы я бы ее бы открыл, мы бы могли бы с тобой сократить бы здесь путь и... просто вообще в легкую добраться. Так, давай-ка, что тут у нас? Подожди-ка, у нас есть с тобой монетки? Ржавая там какая-нибудь? Ничего у нас нету, ладно. Давай-ка откроем, посмотрим, что тут у нас. Осколок Эстуса, ну вообще, блин, топ. Вообще топ. Блин, что, пойдем на босса или как? Или... заюзаем наши с тобой Эстусы, как бы. Слушай, давай-ка я, наверное, уголька бахну. Узнаю, что нас там с тобой ждет. Так, и вот басецкий тут. Ну все, давай-ка. Так, двуручный хват, все отлично. Охренеть, Олдрик, пожиратель богов. Овачки, нифига себе. Охренеть, оно еще и магии кастует. Так, куда, где он? Осторожно. Юзаем. Так, опять оно исчезло, падла это. Почему оно, когда исчезает, хп нам от... с этот самое... Ну, где ты, тварь? О, по хвосту ее можно бить. Отскакивай сейчас. Оба, теперь смотри, у него красная. Отходи, отходи, отходи. Отходим, 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 отходим. Твою же ж мать, а. Вот тебе и заюзали, блин, уголька. Я не знаю, у нашего героя иногда такие проблемы с отскоком, я не знаю. Ну-ка нафиг. Так, и надо подобрать бы наши души. Так, а они бегут, да? Оба. Что за у них фаерболы, блин? Самонаводящиеся. Нажимаешь отскок, он куда-то в стену, блин, отпрыгивает. Так, пока не берем души. Вот что ты делаешь, ты мне скажи. Вот я тебя не просил второй раз его бить. Охренеть, оно когда уходит, хп отнимает. Нихера себе. Осторожно. Слушай, может, ты не будешь мне хп сносить? Вон оно. Оно. Твою же ж мать, а. Хп прям нехило так отнимает. Так, какая-то стадия, да, другая? Получи, тварь. Так, ну вроде бы шандарахнул ей напоследок. Ты где, алё? Ты чё так меня пугаешь? Осторожно, осторожно, отходим, отходим. Бахнем из Тосянского. Так, где оно, где оно? Вон оно. Давай. Еще удар ей. На всякий случай бахну Эстус еще один.
чтоб по максималочке было, хотел сказать я. Ну все. Поражение неизбежно тебе, Олдрик. Не промазывай, пожалуйста. Ну, на самом деле, легкий противник. Что тут сказать, ничего не скажешь. Очень легкий противник. Просто уворачиваться, и мы в основном хп как бы тратили на том, когда Олдрик телепортировался, исчезал, и он отнимал нам хп. Но если бы мы бы вовремя отскакивали, то с этим бы проблем бы вообще бы у нас бы не было с потерей хп. Я так понял, маги Олдрик кастует по-разному. Так, а тут, наверное, в первой части были эти сундуки, да? Да, вот король. Олдрик пожрал, да, его? Какие-то звуки механизмов я слышу. Да, точно, смотри-ка. Я думал, мне показалось. Так, давай-ка глянем, что там у нас. О, как-то оно странно работает. Ладно, окей. Давай-ка глянем. Может, короткий путь или еще что-нибудь, хотя... Смысл нам в нем. А где это мы? А, вон мы где. Слушай, приколюха есть. Это круто. Впереди печаль. Кольцо принцессы солнца. Тут дочь была, вроде бы. Короля. Так, двери не юзабельные вот эти. Вроде бы нет. Иллюзорных стен. Вроде бы тоже нет. Так, давай-ка мы с тобой выбили пару колец. Кстати, посмотрим это кольцо. Так. Вот это вроде бы сапфир Олдрика восстанавливает ОК при критических ударах. И так рубин Олдрика восстанавливает УЗ при крит ударах. Кольцо жертвенности можно вообще продать. Так, и принцессы солнца постепенно восстанавливает здоровье. Нифига себе, прикольно. Прокополю... Покрополюшечки, наверное, там скорее всего, друзья. Так, есть что-нибудь тут еще? Может быть, стенка иллюзорная или нет? Ну, вроде бы это все, друзья. Больше тут ничего нету. Вроде бы все с тобой смотрели. Так, отсюда мы поднялись. Давай теперь попробуем спуститься вот тут. Вот здесь спустимся. Так, ну и прокачаем сейчас с тобой, наверное... Стойкость. Ну, все, я полагаю. Анор-Ландо или Тил Холодной долины мы с тобой прошли. Остается у нас с тобой следующая локация. Это подземелье Иритила. Кстати, надо еще Андре отдать сейчас уголь. И этот сделать нам с тобой еще... Ну, осколок Эстуса мы нашли. Я не могу заюзать костер, друзья. Я не могу заюзать костер. Почему? Он не юзабельный. Может, этого черта надо грохнуть? Ну-ка. А теперь могу отдохнуть у костра. Хм, прикольно. Так, погнали в храм огня тогда. Сейчас сразу отправимся с тобой к Андре. Слушай, подожди-ка, пепла мы с тобой вроде бы не находили, да? Уже знаешь, слезли путьку? Нет, ничего не находили. А это что? Уголь Фарана, друзья. Уголь мирного гиганта. То есть гиганта, друзья, прошу прощения. Как будто целая вечность прошла. Думаю, он уже давно умер. Я скучаю по старику. Благодарю. Я прослежу, чтобы этот уголь послужил доброму делу.
Я создам такое оружие, подобного которому еще никто не видел. Ого. Это наименьшее, что я могу сделать, чтобы выразить свое уважение. Так, укрепить флягу с эспусом давай для начала. Так, закалить оружие. Может быть, какая-то скидка будет в плане мерцающих титанитов. Меньше будет требовать, нет? Нет, ничего не будет меньше требовать. Осторожно, ну, там. Может быть, он сможет на левел выше там что-то качать. Кто ж его знает. Так, давай-ка по диалогам пробежимся. Я не смог отблагодарить тебя. Благодаря тебе они нашли свое последнее пристанище. Кольцо Варона. Ну-ка, давай-ка глянем кольцо Варона. Фарона. Варона. Снижение к навыкам. Он такой себе. Прочесть, ну-ка. Гигант Йорм. Хранитель бездны. Так, пепел и вон и там, да? А теперь... Так, нового давай. Диалога нету. Здесь кто у нас? Олдрик? А, Лудлик. Курдлянский. Олдрик. Ну-ка, давай-ка вот сюда пепел поставим ему вон и. Так, теперь давай-ка к Лудлику Курдлянскому. Может быть, у него что-то и новое появилось. Где он? Обугленный. Транспозицию. Ну, вроде бы ничего существенного я не вижу. Ладно. Давай. Так, что тут у нас еще? Ну, вроде бы все. Так, подожди, мы еще с тобой находили души, да? Так, подожди-ка, давай-ка прокачаем стойкость. Повысим с тобой левел. На 2 левела, да, подняли. Так, у нас 15 тысяч душ. Давай, наверное, мы с тобой заюзаем вот эти еще души, которые у нас с тобой... Есть удрученных рыцарей и в таком духе. Так, окей, использовать. Это десяточку вроде бы дает душ. Отлично. Уже почти на левел нафармили. Это вроде бы пятюню. 8 даже тысяч. Отлично. Так, вот этих 2 давай заюзаем. Хотя зря это сделал, нам все равно с тобой не хватит на 2 левела. Очень. Зря я последние 2 души вот эти заюзал, но ладно, окей. Окей. Ну вот, хоть и стойкости подкачали. Все, вроде бы, да? Сколько мы теперь замахов-то можем делать? 1, 2, вот так же 3, да? Может быть, перекатов теперь будем больше юзать. Ну что ж, дорогие друзья, наверное, мы на этом самом месте закончим с вами серию. И уже в следующей серии отправимся в подземелье Иритила. Ну и уже будем с тобой там все исследовать, проходить. Будем находить новые плюшки. Я надеюсь, тебе понравилось прохождение. С тобой был Олег. До скорой встречи. Пока.